Приветик от мелкого, он уже просек тему с открытием контейнера. И там, говорит, тараканам выдают, небо разверзлось, и пришли тараканы. Да, вот такая тема, скажи. Очень вкусные, да, и полезные, надо есть. Тихонечко мы обвыкаемся, уже не так сильно боимся рук. С этой, собственно, целью с рук я и стараюсь кормить, чтобы позитивное было подкрепление. Как бы там ни было, хоть это и рептилии, но какие-то рефлексы все равно вырабатываются. Да, что руки не приносят вреда, а приносят тараканов. Стал ты, солнце, в неудобную позицию, сюда подкрадываться мне не совсем в кайф, ну ничего. Давай, давай, лишь бы кушал. Что, все, страшный таракан с усами? О, не такой, я поняла. Что? Вкусный, правильно, а то ты думаешь там еще. Да, раздумие это такая тема. Будешь долго думать, таракан убежит. Помнит наше первое кормление, то вспышка нам мешала, то крышка открытая контейнера валить надо было. А вот теперь как бы уже он легче все это воспринимает, обвыкся ребенок. Все-таки второй месяц уже пошел. Да, вот так растем потихоньку и приручаться начинаем. Всего 4 таракана с хромом. Молодца. Теперь интервалы у него будут и через 2 дня, то есть не через день кормления. Ну, буду стараться как бы и через день порой делать. Ну, и через 2 уже тоже чередовать. Потому что мы растем. Количество тараканов будет увеличиваться. И промежуток между кормлениями тоже. Расти, малыш, давай, давай. Нула ему имущество, но пока он еще не сильно как бы крупный, ему вполне хватает вот такого контейнера. Ну вот сверху через крышку неудобно это показывать. А как подрастем, переедем в следующий размер контейнера. Да, как и у пауков, сначала с маленького и потом растем до большого.